Семейный альбом – это удивительная вещь. Перелистывая страницы, ты как будто попадаешь в далекое прошлое, и перед тобой оживают самые волнующие, самые радостные и удивительные события. На этих страничках, в добрых семейных фотографиях, собраны вместе самые дорогие и самые надежные люди. С чего начинается путь на вершину? Семьи, где ребенок катает машину, где чинит отец телевизор для деда, где мама на стол собирает к обеду, где бабушка вяжет носочки из шерсти, где ценят друг друга и держатся вместе, где делает дело, но трудность не ропщут, где все, что досталось, становится общим, где честность не просто красивое слово, а важная вещь, отношение основа, где помнят о предках и ждут от потомков, чтоб имя родное прославили громко. Семья, если что-то случится, поможет, и нет ничего в этом мире дороже. В Доме детского творчества тоже есть настоящий семейный альбом. Это множество фотографий самых разных, самых ярких и добрых мероприятий, на которых мы встречаемся с нашими воспитанниками, их мамами и папами, бабушками и дедушками, чтобы вместе творить и радоваться жизни. Ведь так важно, когда тебя поддерживают самые близкие люди. Куча, но всем уже давным-давно известно, что мне одной играть довольно скучно и совсем-совсем неинтересно. А вот когда со мной мои родные и самые любимые мне люди, я сразу забываю про уныние, и всегда так было, есть и будет. Будет день счастливый, буду очень рада, если будут рядом сестренка.